Вот, подошли мы, значит. 300 точно. Вот лес вот красивый. Видел. Красивый, вот там удары. Ну, покрашенный. Вега называется. Светит, мешает мне записывать. Значит, вот там баржа. Вот там баржа, не знаю, видно, нет, вот так вот видно. Вот там мы сейчас туда пойдем. Там еще катера стоят. И вообще я хочу показать, как изменился берег. В другом видео я маленько показал. То есть перед этим видео было тоже про братское водохранилище. Вот тут бревнышки какие. О, эта вода нифига в этом году упала, блин, на метр что ли. Вот этого всего не было. Не было. Ну, если кто не знает, откуда тут бревен столько. Ну, естественно, с баржи тут привозят лес. Ну, переправа через море, то есть водохранилище. Ну, все. Идем смотреть. О, идем смотреть баржу, значит. Так. Все, двигаем. Вот, тут видно, катера стоят. И вон еще вдалеке, вот там вот лес. То есть баржа, груженная лесом, пришла. Вот. Я потому что по трассе вижу. Вижу, каждый день лесовозы едут с мокрым лесом. Прям вода с них стекает. Думаю, надо сходить снять баржу. Для своих зрителей. Я знаю, многие не видели. Ну все, продолжаем. Вот, подошли мы, значит. Вот здесь вот катера стоят, мы видим. Вот там вот лодка надувная с вентилятором, короче. Вот она стоит. Сейчас попробуем увеличить. О. Вот там работает фишка. Фишка. Вот сейчас туда подойдем сначала. Фишка лес там грузит на КамАЗ. Ох, товарищи, добрались мы до баржи. Даже спрашивать не у кого тут. И все своим делом заняты. Там фишка грузится. Вот там сторожка есть. Сторожка. Но я тут никому нафиг не нужен. Пока. Вот баржа. Вот такие вот, блин, здоровые. Железные. Корабли со стойками. А вот одна еще стоит полная. Одна уже выгружена. Вот такие баржи. Сейчас подойдем поближе. Вот, значит, баржа наша. Здоровая. Здоровая, да. Наверное, кубов на 300 точно леса. Вот лазит сюда. Вот мы видим. Ну, блин, это солнце опять мне всегда, как всегда, мешает. Вот так вот, посмотрим. Вот. А почему много леса мокрого, блин, вводит? Я не знаю, он вроде бы весь сухой. А, ну, видать, его переправляют, это. Поначалу, как загружают, я не знаю. Серьезно. Кто знает, пишите, я вот сам первый раз на баржу с этим делом не сталкивался. О, а вот тут катер стоит красивый. Красивый, но старый. Он покрашенный. Вега называется. Вот такой катерок. С российскими флагами. Для чего он предназначен, я не знаю.